Вы смотрите канал «Улица Москвы», и мы продолжаем прогулочки по поселку Северный, возникший при водопроводной станции и сейчас являющийся с 80-х годов частью города Москвы. В предыдущем выпуске мы побывали на 6, 7 и 8 северных линиях. Сейчас побываем на 3, 4 и 5. Но только будем идти с 5 по 3, то есть в обратном порядке. Поскольку, чтобы не возвращаться обратно и попасть потом еще на первую и вторую также линии. А также линии. Что-то я слышал такой мем. Из одной юмористической передачи. Не могу вспомнить, к чему он был сказан, но да ладно. А также линии в любой непонятной ситуации, говори. Пятая северная линия такой вот изогнутой формы, потом повернет влево. Ну вот есть вот свои приусадебные участки. То есть дома, как я понимаю, это вот сколько там, от 2 до 4, наверное, квартир в этих домах. Они стандартные, построены вот по старой части поселка. Ну вот где улицы северной линии, то есть северная часть поселка Северный. Это старые такие вот типовые домишечки. Какие-то тут мы видим переделали по-своему их жильцы. Это, напоминаю, северо-восточный административный округ. То есть это не Новая Москва. В этой части Новой Москвы и нету. Но географически поселок Северный располагается строго на севере. Если провести прямую линию от Кремля, может даже чуть-чуть западнее будет, но это надо уже там совсем придираться. Так, у нас распределение по округам. Большая эта улица-то.
Так, ну вот тут между улицами, между северными линиями проходят проездики поперечные. Так, чуть дальше. Так, ну вот прошли чуть дальше. И следующая улица. Это четвертая. Четвертая, да? Убедиться надо в этом точно. Ну да, вроде бы да, четвертая. Четвертая северная линия. Вот она. Так, ну ладно, понятно, с четвертой северной линии. Вот она здесь проходит. Пойдем обратно к этой дорожке и выйдем на третью северную линию, которая в форме бульварчика такого. Опять вернулись сюда, к этому поперечному проезду, или как он формально считается, я не знаю, может он тоже считается какой-либо из улиц северной линии. Вот. Мировые судьи здесь. Так вот. Да, бульварчик такой приятненький довольно. Ой, даже тут прям благоустройство я вижу. Вот, собственно, бульварчик, являющийся улицей третьей северной линии. Ой, тут прям хорошечно. Так там, конечно, более простенько было. На тех улицах, на которых мы до этого здесь были. Ну, здесь прям так вот. Здание с колоннами, возможно, какой-нибудь ДК местный. Дальше. Вот, смотрите, как. Тоже аналогии с Курьяновым можно провести. Там есть Курьяновский бульвар. Но здесь даже как-то поинтереснее, что ли. Так, вот. Северная водопроводная станция постоянно подает питьевую воду в столице с 1952 года. Ну, здесь прям ничем не хуже даже, чем в центре благоустройства. На этой территории. Да, интересно тут.
там тоже какие-то работы ремонтные в том здании проходят. А, маршал Жуков. Бюст Жукову. Вот такое вот место.